18-летняя девушка провела ночь с 50-летним мужчиной. На утро рассказывает подружкам: «Ой, девчонки, все, с ровесниками никогда! Ох, час прелюдий, час секса! А потом всю ночь стихи рассказывал, а он своим, ох, коллегам, ох, все как обычно, час встать не мог, час кончить не мог, а потом всю ночь бессонница». Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.